Итак, друзья, всем привет. В общем, заморочился я опять себе сделать европанель. В прошлый раз я поставил, не снимал ничего. В общем, будем устанавливать за место штатный. Вот. Штатный убирать и делать, как на прошлой Ниве у меня было. Но столкнулся с такой историей. В прошлый раз у меня 9 дюймов была магнитола. В этот раз я взял 10 дюймов. И у меня панель приборов только-только в притирку убирается. И вот как думаете? Или напишите в комментариях, ребят, может кто-то делал. Есть возможность ее распилить и расширить. Потому что ее в ней вот настолько не хватает. Там сантиметров по 5. С обоих сторон. У меня в прошлый раз я вот сюда накладывал, прикладывал бинопласт, делал и кожей обшивал. Вот чем можно обшить панель, чтобы посимпатичнее было, напишите в комментариях. Ну а пока вот в таком вот результате. Панель мы обновили. Купил я краску специальную. Так что, всем до новых встреч. Всем пока, не пропустите, подписывайтесь. Комментируйте.